Всем привет, снова с вами распаковка. Очередная посылочка пришла. Так называемый автоматический термостат. То есть регулировка температуры по заданным параметрам. То есть выставляем заданную температуру и происходит автоматическое отключение, включение, допустим, вентилятора какого-то, да? И вдруг у нас там вылетает она. Вот такая коробочка, все цифровое. Так, читаем внимательно, что здесь написано. Температура от минус 50 до 110 градусов. Это регулировка. Погрешность, наверное, 1,01 градуса. Дальше непонятно. Это размеры. Здесь вот это тоже непонятно. Вот, максимальная 10 ампер. Можно подключать нагрузку у него. Бывает разного типа. Вот этот вот работает от 220 вольт. 1,5 киловатта. Бывает 24 вольт, 240 ватт и 12 вольт, 20 ватт. Так, что у нас? Я решил попробовать, как это все работает. Сейчас попробую подключить. Вот здесь есть термометр. Длина шнура где-то метр. Вот такой термометр. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас я в интернете гляну, куда что подключать. И быстренько подключу потом. Итак, я собрал схемку. Вот, посмотрите. Я вас немножко обманул. Вот здесь вот вход 220 вольт. И выход тоже 220 вольт на 10 ампер. Вот. Подключил тестер. Вот сейчас температура растет. Если возьмем датчик в руки. Смотрите, как быстро начинает расти температура. Вот. То есть сейчас он по умолчанию, наверное, настроен не отключаться. Поэтому на тестере мы видим 220 вольт. Вот температура тела будет ближе к 36, но это не важно. Сейчас попробуем его настроить. Настройки я прочитал. Зажимаем верхнюю клавишу вверх. Мы задаем нижний уровень температуры срабатывания. То есть зажимаем и долго держим. Вот замигало и выставляем температуру срабатывания. Так, не успел я. И вот, допустим, температура срабатывания от 32, пускай будет, да, 32. И нижняя температура срабатывания 40. Мы сделаем где-нибудь сейчас 33, да? 33 градуса. Поставим. Оп, видите, отключился. Сейчас 32 и 3. Во. Вот сейчас смотрим. Так, 30. Смотрите, сейчас он отключит, как 32 будет и 3. Отключит у нас напряжение. Оп, отключает. То есть, если температура превышает, он отключает, допустим, лампочку у нас там стоит, да? Вообще это для инкубатора, там прям так и написано. То есть для инкубатора. Убираем руку. Сейчас температура должна падать. То есть в инкубаторе становится холодно. Меньше 32. Все, включается лампочка и нагревается. Ну, в принципе, все работает. Я доволен. Посмотрите модель. Схема подключения. В общем, так все это выглядит. Все очень просто. Как 5 пальцев. Всем спасибо за просмотр, понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, постараюсь ответить. Пока.